Всем привет! Сегодня я покажу, как уменьшать размеры разделов. Ну вот конкретный пример. У меня раздел SDA2, домашняя папочка. Ее размер 300 гигабайт. Занято 64. И я вот хочу на 100 гигабайт от нее отщипнуть. 100 гигабайт это у нас будет вот такая вот циферь. Я ее вставляю вот здесь. И получаю вот абсолютно четкий на 100 гигабайт неотформатированный раздел жесткого диска. Нажимаем на изменить. Применяем изменения. Подтверждаем. И ждем. Для тех, кто хочет подробно смотреть за процессом, вот имеются подробности. И поэтапно, на каждом этапе, программа сообщает, что она делает. Вот таким вот образом. И еще очень часто показывает процесс выполнения. То есть, все, как говорится, перед глазами. И если ползунок будет очень долго ползать, и вы думаете, что программа перестала работать, всегда можно будет зайти в подробности и посмотреть подробности этого дела. Итак, процесс завершен. Закрываем окошко, даем обновиться. Вот у нас оказалось 100 гигабайт неразмеченного пространства, и я его сделаю разметку, да под Windows сделаю, господи, какая разница. Вот здесь напишу, например, Windows 10. И применить. Раздел отформатирован. В формате NTFS размер 100 гигабайт. Для винды за глаза и за уши хватит, потому что у меня для винды есть еще кладовочка на 200 гигабайт. Этого вполне, как говорится, достаточно. Теперь поставим винду, и я вам покажу, как делать настройку меню загрузки.